Добрый вечер всем, добрые зрители доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Сегодня у нас выпуск о замечательной собаке Ози и о Ярике. Начнем с Ози. Ози спасена с Якутии. Ози – это та собака, которая просто вытащила счастливый билет. Ее перепутали в Атлове с Азой, собакой из квартиры. И Ози прилетела в Москву. И только в Москве поняли, что Ози и Аза – это разные собаки. Поэтому Ози, замечательный, стеснительный ребенок, вытащила счастливый билет. Но, к сожалению, вы все знаете, что случилась трагедия. И Ози сорвалась с поводка. Ну, наверное, я думаю, что они все скучали по мне. И убежала, не зная местности. Ози попала под машину, но говорю еще раз спасибо Господу Богу за то, что он оставил ее в живых, и она, несмотря на все боли, приползла к моим волонтерам. Волонтеры экстренно отвезли Ози в клинику города Рязани. Николай Николаевич сделал срочные снимки. Это был выходной день, 8 марта. Спасибо ему огромное за то, что он каждый раз он откликается на нашу боль, на нашу беду. Николай Николаевич, спасибо вам огромное. У Ози на снимке показал двойной перелом седалищного бугра. Это такое место, где операцию делать нежелательно. Поэтому Николай Николаевич нам сказал сразу, что лечение будет долгим, длительным, месяца на два, но это срастается само. Ози не вставала, ее осцеживали. Был отбит еще мочевой пузырь. Спустя 3 недели Ози я забрала домой. А девочка адаптируется, социализируется. Конечно, она еще не до конца уверенно стоит на своих лапках, но мы уже немножечко, конечно, двигаемся. Поэтому Николай Николаевич сказал, что забирайте. И ей желательно общаться с собаками, бегать, прыгать, как это было раньше. Я хочу сказать вам огромное спасибо всем за то, что вы с нами, за то, что вы помогаете нам. Вы видите, что у нас в последнее время, начиная с Клёпы, Веня, Ярик, Арчи, Локи, Эрни, все собаки достаточно тяжелые. Все находились на стационарах в клинике. Только благодаря вам и вашей помощи мы можем спасать и лечить этих милых бездомных существ. И новости о Ярике. Ярик наш, кто с нами недавно, расскажу немножко ситуацию. Ярика сбила машина. И маленький ребенок лежал 2 суток и истекал кровью, пока одна из девушек вместе со своей собакой не наткнулась на него. Наши ветеринары сказали, нога под ампутацию, на что я скинула видео Николаю Николаевичу, он сказал, экстренно везем ко мне. Приехав к нему, он поставил нам диагноз перелом, открытый перелом 3-й степени, самый тяжелый перелом. У Ярика торчали косточки, сухожилия, но, как всегда, Николай Николаевич сказал, будем бороться, шанс есть. Поэтому моя большая такая дружная семья, я искренне благодарю вас, каждого, кто откликается на нашу боль, на нашу беду. Только благодаря вам, вашей помощи, вашей финансовой поддержке мы спасли Ярика. Мы спасли ему лапку. Ярик уже 3-й месяц находится на стационаре, и еще впереди как бы неизвестность. Неизвестность. Сейчас с ним работают реабилитологи и заново учат Ярика ходить на 4 лапках. Его полюбила тоже безумно вся клиника. Он очень смышленый мальчик, очень ласковый. Но финансово, конечно, все это очень, очень дорого. Я прошу вас, каждого, помочь нам оплачивать детей в клинике. Сейчас 3 детей, наших детей, да, собачьих детей, находятся на стационаре. Это Арчи, которому еще предстоит 2-3 недели стационара. Это Локи, у которого впереди еще очень-очень много всего. И это Ярик, которому еще минимум как месяц быть на реабилитации. Плюс приют, плюс бездомыши, плюс приют. Конечно, финансово, девочки, мои уважаемые, такая большая дружная семья. Это все очень-очень дорого, очень тяжело, очень дорого. Но мы спасаем, вопреки всему. Мы спасаем наших собачьих детей, и мы делаем этот мир чище только благодаря вам.
вашей помощи. Поэтому я очень прошу вас и каждого, как бы я не успела даже собрать деньги на питание, мы экстренно выпускали ролик с Локи, и здесь все накладывается одно на одно. Вот, я очень прошу вас каждого помочь нам, помогать нам финансово на оплату, на лечение, на питание. Я очень прошу вас каждого, девочки, мои уважаемые девочки, моя большая дружная семья, мужчины, мальчики, посмотрев ролик, ставьте лайки и пишите, пожалуйста, комментарии. От этого тоже зависит развитие нашего канала. Ваши комментарии, они тоже могут сыграть большую роль, и, может быть, когда-нибудь наши ролики войдут в топ-десятку лучших роликов, и это будет тоже финансовая помощь с YouTube-канала. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья.